Новый шаг на пути развития инновационной сферы. Правительство Бермудских островов заинтересовалось развитием криптоиндустрии. Уже сформирована инициативная группа, которая займется созданием правовой среды для работы токенов, цифровой валюты, ICO и технологии блокчейн. Группа также изучит возможности, которые открываются при использовании инновационных технологий, и определит основные перспективные области для их внедрения. Премьер-министр Бермудских островов Эдуард Дэвид Бёрд сказал: «Мы заинтересованы в создании инновационного международного бизнес-центра и рассматриваем варианты создания правовой базы для функционирования новых технологий».